Другой майндсет, да. Ну как 4? Опа. Ну вот и Драксил. Все хотел на Драксиле СМК поиграть. А, ДС баня. На Клинксе. А он в бане. Повезло. Блин, я не знаю, что хочу. Не, он на вокере нереальный ебарь. А, его надо размутить. Так ты еще и в муте, тебя надо размучивать, блин. И тач. Обалдеть. Там у Dark View тоже девочка на аватарке отсидит. Девочка у него на аватарке. Йон. А не могу посмотреть. Там такая девочка. Такая милая. Там на ботсикере Ахиллес играет. Против Ахиллеса нет шансов проебать. Он старый такой. Дрожь. Тимура не трожь. Он старый такой. Старый, еле-еле кнопки жмет. Старый, старенький. Абадон мид очень плохой герой, я недавно играл. Это настолько дерьмовый персонаж. У него с первого скилла вообще дамеджа нет. Да, мы на стриме милая девочка. Но я выиграл все равно, потому что я очень сильный геймер. Но все равно персонаж дерьмо. Со страйками хоть пульверайз попадешь, персонаж? Конечно. На попахе твои дами шарды. Бля, были бы типы, ахили бы сразу. У меня, кстати, биф с ахили по цветкам, вот этим МРТ. Ребят, что думаете? Я думаю, это фри цветки будут. Жалко, шардов нет, все потратил на дождь соты и вот. Жалко, когда 10 сундуков лежит, а ты открыть их не можешь. Согласен. У меня 20 сундуков. У меня 20 сундуков, ребят, вы не понимаете мою боль. Я добью со страйком, бейте, я добью. Ну веник обкакался немного, обкакал штаны на венике. Вот, можешь добивать. Немножко веник обкакался, так вот. Слегка. Кто знал? Я вроде остановился перед кругом. Делька жирная, млак. Банан, хорош. Ебать, банан еще. У Феникса яйцо, у Виномансера банан. Давайте, ребят, руну, я стик куплю сразу. Млакер, сколько тебе? 16, 17? Не, мне 19. Да заткнись уже. Ты там. У меня тут... Жесть. Это не мне было, если что. Ну то есть уже можно, я думаю. В целях интересуешься, а? В каких? Лучше вам объяснить завтра, что... Ну, правильно, не можете забрать этот стик, он...
Там страйк будет, со страйк будет. Смотри, сейчас обстрел будет тебя тут. А, он за мной. Поставьте ему репорт, он что не видит. А, он сама мог, кстати. Я выиграю. А чё, есть соперка вот в Бесса? Смотри, сам страйк будет. Ну, ворачивайся. Надо было второй ждать. Ну да. Да что-то казалось, что убиваем, у них нет ресов, ладно. А, по тангам. Курьера не отправил. Мне долго до второго. Ну, страйк бот. Когда инва... Не справился с управлением. Ой, я случайно... Случайно маму сел. Ага. Да? Ну ладно. Можешь не держать, вот. Не держи в себе, посри. Пачку крипов. Что за ассоциации такие у вас? Хорошие. Блять, заблочен. Игра на ранже. Он там стреляет, как обалдеть, ветку сломал. Как у меня может что-то быть, если у меня нет нужного спешка? Все, еда пошла. Вы не умираете. Ой, какой прилайн, ты вообще смотрел на видео, что делает Скаппу? Какой прилайн? Пойду зафармлю его гарпи и пиздим. Это не значит, что у меня фрилайн. Вы пришли уже, когда все уже закончилось. Третье нужно. Для того, чтобы играть в фильм, сначала с аквартом, за чего мы здесь. Но с вами не поиграешь активно, вы должны... Там резерв 100 хп, блин. Ему Бруно сломать. Тяжело пока сломать. Нормально, я сломал. Полная контракт. Я сломал. 30% слоу. Мне 3 лева нужен, может, в Ахиллю. А будет санстрайк на бот? Я жду цаплю. Будет, будет. Смотри, нас сразу цаплю будет дохуярить. Я готов. Вроде так, что ли. Все, тут ничего не делать. А провел чутка. А путники на миномансере, короче, еще это понял. В 20 плю берут. Не нравится. Сопли не нравится? Ну конечно, кому не нравится. Ты как будто потом супер долго максишь. Это кто на венике? Какой-то проигрок? Да. Мусор обычно. Кто, After Life, что ли? Это я не понимаю, кто это. Да. За что, за что? Не хочу, блядь, что. Это After Life или это не After Life? Я понятен. Да, нет, это вообще не он. А кто это? Шачо, что ли? Шач в линейку играет, бро. Легенды СНГ доты. СНГ линейки. Что я за такое? Какого бьем его? Сейчас я подойду. 4 секунды спал, не 3.
Он без ТП, кстати, умер, такая ржака тебе, он без ТП. На Ростика похож, чем ты думал? Нет. ВД. У меня в пуле больше одного героя, я не похож на Ростика. Так он тоже там с рапирами на имбель на 2 ММР играет. Бля, это вообще кринж. Я подхожу. Есть санстрайк в топ, братва, если надо. Сейчас ракеты, подожди. Мана нет. Как будто можно играть Аркан и Шарп, мой любимый билд. Пропни фласку. Не, он без второго. Что там у тебя? Сейчас будет пуля. Пуля на вылет. Йонт, надо плюс, и мы его убьем. Не, это не сегодня. В другой раз. Короче, пулю получил. Тёр на кентавре. Ладно, я, видимо, с арканами играю, шардом, ребят. Сестрайк. Резор мид. Сейчас я иду с арканами. Дип. Ой, ты умер, да? Ты еще мед, только аркан нашел. А, в кусте застрял я. А вот. Он же вообще ему не кинул ни одного куста. Может там руна внизу? О, найс. Но я бы его убил, если бы Дарквио не подышал, он бы умер. Тройку стакнуть. Топ, сантрайк. Оверкилл получился. Шарт камни кидает. Нет, мне говорят метеорхаммер купить. Бред. Лучше шарт. Конечно. Мне кажется, я один. Сейчас фаржи откатятся. Два кочевника, когда трэмпл. Есть ульт. Они меня хотят убить еще раз. У меня есть ульт и первый стол без трэмпла. Что, хватит там? Да. Там не могу сами задать. Чем она там? Вокруг мидас играет. Аркан руна. Можем еще его убить в миде. Ой, стопида нет еще, кстати. Смотри, смотри. Ребят, запрашиваю поддержку бот, снести вышку. Нас тут фрактуру нажали. И у меня, короче, санстрайк, когда был, я Вилла в топе убил. Ну ладно, ничего страшного, пофиг. С каплями я никак не умру. Я могу в топ прийти, ребят, могу в топ прийти, с двумя фаржами мы убьем эту хуету. Конечно, надо мид задефить, ребят.
Он без стампида вообще. Короче, лучше, мне кажется, выход мид. Да, я приду. Чем что-либо. Давай мид тогда, Йонд, вдвоем. Давай мид тогда вдвоем, я сейчас прилечу. Смотри, санстрайк топ. У него нет ВК. КД. Я бегу в топ, ребят. Ладно, 6 секунд вставаю. Так, я жду ульт. Еще... Тут... БС в топ тэпнулся, БС в топе. Окей. Вроде сикер не может умереть. Здесь в кустах. А можем на активке Розора убить. А, метёрки, да. Без смоке, наверное. Или без смока просто. Сейчас, если на руну пойдет. Иди в бот, иди в бот. Санстрек, смотри в топ, смотри санстрек. У него ничего нет. Показываю. Мне Раптуру дали, ребят, стопи. И ульт. Можем арту убить. Ведник, ты как там? Бой с тенью у тебя? Хит клиф! Алло. Я иду на даркиллов. Ладно, я пошел в бот, помогу тебе. Ракету ставлю, она умирает. Наконец-то, да? Пришли. Можешь подойти на химки. Санстрайк топ. Это что, Лэнстейн выкинул? Это дред, он, короче, тоже по пятерым крипам дал санстрайк и по герою. И ему говорят, ему соло говорит, дай санстрайк. Он дал санстрайк по крипам и герою, там 50 урона нанесло. И он ему, это все начали смеяться. 2014-го? Все начали смеяться, и он говорит, ну я ж санстрайк дал, че вы, блядь, смеете? Yeah. Резора надо в топе еще раз ёбнуть. Я случайно, прости. Осуждаю, ребят, не поддерживаю данное высказывание. Понятно, все понятно. Я осуждаю Свисова, мне очень стыдно. Стоп, пизда, что-то, ребята, сейчас там передавили, я проиграл. Смок есть, давай. Я в рабочей армии. Разор. У меня КД скоро был. Тебя будет чечет? Я бегу. Ты вроде солишь. Хорош, малый. No more games. Подойди, Манеда. Гоу мид откроем, есть такой. Сейчас шар будет. Ну что, ты еще шар купил? Давается крипы. Какой я тут замахиваюсь, смешать. Страшно просто. Йон, слышишь? Йон. Видел, короче, твою девушку в нарезке у Дарксару. Видел это? Ничего. Смотрел это видео? Да, смотрел? Видел. Ну ты ей объяснил? Как на Джаггере играть? Потом. Не, я просто понимаю, что когда Бэйб делает хуйню полную. Это страшно.
контент делает великолепно. Что там за нарез? Да, там еще контент был, типа, научим Дэнди, что-то там, поможем Дэнди выиграть инт. Mm-hmm. Сейчас убью Розора, смотри. Этого тоже можем, я иду, у меня камень есть. Саша камень, ой-ой-ой. Вован? Это тоже. Изи, 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 изи. Теперь, ребят, скоро еще аудио коннекция, мы точно выиграем. Хз, я тут уже в соло выиграю, мне очень не нужен, я хекс куплю, пиздаем. Вон, кири... Ой, блядь. Вон бежит БС, если что, ребята. Стройки. Да, здесь... Мне я убью его сейчас. Дай сюда змейку наверх, потом как будет. Что-то вроде тапки такие имбана, это же веники вроде. По ощущениям. Меня уже хуесосили за этот билд. Да не, вроде норм. Я видел, так это касание делает. Мне тоже, мне тоже нравится, но... Вы просто не понимаем. Всем чао. Я пока. Интересно, страйк топ. А не, блин, хочу. Он же холовый. А, понял. А еще санстрайк будет, рефреш там? Да, на базу он охуеет, если че. Только на Б. Сейчас откатится, я скан нажму и убью. Да Дарксару делал ролик, в который попала Юля. Потому что он типа играл там на Оракле. Она хотела сыграть Сивова, он был хоть там 100-0, но он Оракл, он не бьет Девера. И он это начинает разор, там с ней спорить и выводит ее, пытается на конфликт. Санстрак, дашь еще дам еще камень? Только что дал на хиле, только... Сори, я только что дал на хиле. Там чуть не хватит. Ну, извиняться будешь перед игрокоптером мертвым. Да похуй, нормально. Согласен. Не, прошлую катку Топсон, конечно, Мерти в раз 300 получше играл. А есть змейка на ХГ еще? В центре, думаю. Чапать. Поганый. Пикер тут еще. Раптуру хочет дать. У него есть? Есть, есть. Я помощника вызвал, они тебе помогут. Не, да, прогнали чего. Да не ЛСК, это... Без шансов. Это область. Если что, у нас еще дороже, честно. Здесь смотри, настрак. Сюда. Он же замедленный, там вообще это нельзя. А я не видел вообще, я на фонтане стоял. Бежит на мелистике, ракетку убьет. Хорош. Можешь на вокере забрать эту шаль. О, у нас алхимик еще есть. Ребят, можно вот сюда зайти убить. Кому стакал на разоре? Санстрайк ему по приколу кину. Разгоняешь массивку сикеру, а стоп, она не только работает, блин. Если бы он разгонялся так, то можно было армлет покупать на бут сикера и бегать миллионом мс. Знаешь, как руинить можно?
Короче, если ты против бутикера, покупаешь амбалет и сидишь на базе в кустах, чтобы тебя не убили. Ну он вроде френдли, ребят. Его надо убивать. Ладно, я понял, надо эти бутсы плюс метеор покупать. Да метеор, по-моему, вообще сейчас на каждом. Вышечку раз на 10-й, бах, сломал. Вышечку, оп, мид пришел на 12-й, сломал. А и тач такой, хи-хи. Главный прикол еще. То, что и на Т2 можно. Да, и ушел. На Дарксире видел уже доминатор метеор? Я вот видел. Кентавра взял, вакуум нажал. Видеть-то видел, но что-то не знаю. У меня было 8200, я слил до 7300. И я не сдался, не по духом, и у меня сейчас 8000 ровно. Итачи. У меня... Шаринган помог? Я просто в прошлой игре помог, когда меня гангали в тройке, суки. Не, прошлую игру я очень сильно сыграл. Не, да. Ну да. Я просто нажимал 4000 хп перекачка, меня били, и Топсон всех убивал. Ну то есть вот так вот становится выигранными. Ну такой чисто морф через тебя. Морф танк. Так тебе надо было через этот качаться. Через адаптер и станет, как раньше. Полкать герой станет. Точно. И потом вот Топсон такой чихпых и это. Додафир. А, ты девочку оценил у Дарквилла на аватарке, у Йонт? Сейчас глянем. Там какой-нибудь трап? Ну, конечно. Не, моя все. Лучше. У нас гирокоптер за это умер, ребят. В жизни, знаешь, в жизни все проблемы за женщин, а дойти за Рошана, говорят. Знаете, такой крутой фраз. Вот что произошло. Ты чё, Гира, ты тут? Подожди, сейчас додрочат. Сек. Ладно, го закончил этот. Катка очень интересная. Всё, всем пока. Камень веры полетел. Бедняга. Нормально, у меня на 23 минут, на 22 минуте хекс БКБ. Ребят, он выиграл по цветкам на один. У меня 8-1 с Мертой. Нет, тебе ассист нужен, чтобы у вас ничья была, иначе он не согласится. ГГВП, ребята. Окей. Что сегодня за игры у нас интересные будут?